Всем ку и приятного просмотра. Так, давайте смотреть, что у нас тут поменялось, что у нас новенько, что у нас старенько. Прошла серия, я помню, я хотел начать строить наковальню и еще что-то, но пришлось накрафтить, наделать это все без записи, потому что, чтобы добыть вот это вот все, то, что у меня есть, вот эти вот слитки, печки и так далее, мне пришлось потратить где-то дня два. Ну, то есть свободное крыться свое время. Я потратил 2 дня, чтобы хотя бы эти добыть ресурсы, чтобы я мог что-то записать. Ну, чтобы не было такого, что мы полчаса, знаете, с вами бегаем. И я просто рублю деревья. Так, давайте соберем камушек, положим его сюда. Что у меня новенько? Построил я забор. Построил забор, хорошо построил, потому что зомбаки на нас нападают регулярно. Прям, как говорится, не дают нам спокойно развиваться. По поводу кольев, не знаю, мне не нравится. Они не работают. Либо они не на том расстоянии от земли, либо я не знаю. Ну, зомбак здесь стоит, к примеру, махает своими культяпками, врезается в колье и ничего. И тупо ничего. Так что ладно, какой у меня на сегодня план действий? Наверное, мы сейчас с вами построим с вами разделочный стол. И если получится, сделаем вот эту вот штуку, которая у нас, где она? Вот, экстрактор масла. А еще попробуем добыть электричество, если, конечно, получится, если у меня хватит на все ресурсов, потому что я не уверен. Так, ладно, давайте начнем, крыться с малого. Нам нужно 10 слитков. Давайте берем 10 слитков. Бум, хорошо. Берем козочку. У нас тут козочка спит. Вот, козочка спит. Давай, иди сюда. Идите, как говорится, убаюкаем. Козочку положим. Сейчас разберем, добудем шкуру. И нужно будет мне построить, получается, во-первых, вешалку для одежды и для хранения, к примеру, моих этих, как его, вот этих вот инструментов. Потому что иногда мне нужен лук будет. А выбрасывать просто, к примеру, взять и выкинуть вот так из инвентаря. Ну, как бы не очень сильно красиво, правильно? Так что ладно, давайте берем в руку топор. Разбираем нашу козочку. Во, давайте смотреть. Теперь у нас появилась шкура животного. Это хорошо. Положим тебе покамесь вот сюда. Здесь мы берем косточку. Не знаю, пока зачем нам косточка, но пусть будет. Ага, и жир добыли, да? Жир у нас находится в другом месте. Так, давайте сбегаем, помоем ручки. Помоем ручки. Да. Поставим жарить мясо и посмотрим, сможем ли мы сделать с вами экстрактор по добыванию масла. Ну, то есть, чтобы у нас было с вами топливо. Из-за того, что вот у меня опять-таки циркулярный станок. Он работает у нас, как видите, на топливе. И так же самое, сейчас покажу. Штука, которая добывает нам руду. Я покамесь одну поставил. Не тратил материалы на все три. Покамесь добывает так. Ну, к примеру, там кобальт добыл себе, переключился на медь. Но потом я хочу поставить, чтобы у меня оно добывалось как раз все автоматически. Все, кроме камня. Камень я и так могу добыть. А по поводу остальной руды, это, если я не ошибаюсь, сейчас покажу. Из этих вот штук можем добыть себе металлический слиток. Из-за чего нам нужен металлический слиток, где, ну, вот железная руда и свинцовая руда. Вот так, потихоньку, помаленьку. Конечно, железная руда выпадает раз из 5, наверное. Вот таких вот булыжников, а от свинцовой руда постоянно. Из-за чего мне нужно железо и свинец. Мы ложим на наковальню. Раз, два. И получаем с вами сталь. Вот стальные слитки. Просто вот здесь написано, что где тут в книжке. По поводу металлов, что мы можем добыть вам сталь. Это типа для создания этой приметы нужно расплавить в горне свинцовую руду. Если мы расплавим свинцовую руду, то мы получим свинцовый слиток. Логично, логично. А так мы добываем с вами сталь. Все, хорошо, отлично.
Так, столик у нас с вами есть, ящички есть. Давайте теперь смотреть, куда мы с вами будем устанавливать, во-первых, наши солнечные панели, а во-вторых, где мы с вами будем добывать масло. Вот это я вот думаю. Не знаю, может солнечную панель поставить сюда наверх, сюда сделать щиток, а сюда мы будем, отсюда будем добывать масло, если мы отсюда сможем его добыть. Мы же сможем тебя отсюда добыть? Походу, да. Будем тут тебя добывать недалеко. Недалеко, Васенька. Только тебе нужно будет это электричество. И как раз сюда мы установим с вами щиток. Так, а если мы поставим тебя сюда? А тут мы установим щиток, к примеру, который будет раздавать электричество. Блин, только я правда не знаю, как панель управления и распределительная коробка. Так, используется для увеличения расстояния проводного соединения. Хорошо. По-моему, мне нужна будет вот такая вот штука, да? Вот сюда поставить. И так, где ты? И вот такая вот коробка. Только я не знаю потом, откуда тянуть. Либо с этой коробки мне нужно будет провод сюда подтягивать, либо с этой нужно будет разбираться. Так, давайте поднимемся наверх, я вам покажу свой маленький огородик. Решил делать его пока здесь на крыше. Так, я себе тут на зиму наготовил немножко овощей. Вот здесь огородик сделаю маленький такой. Здесь у меня стоит вода, и нужно будет поставить потом, как лишь эта штука называется, колодец, по-моему, если я не ошибаюсь. По-моему, называется колодец, да? Так, где ты? Так, это для глины, это минералы. Так, мешалка не то. Где-то здесь мы можем добывать с вами воду, по идее. Угу. Нужно электричество 150. Не, пока мисс рано. А, вот, водокачка. Нам нужно будет энергии 100... 100 энергии нужно. И, по-моему, с этой, при помощи этой водокачки мы с вами сможем... С вами сможем как раз именно, не отходя от кассы, мы сюда поставим с вами теплицу и наполнять водичкой теплицу. Где наша теплица? Вот наша теплица. Наша теплица очень здоровая, большая. Вот я думаю, может ее куда-то в эту сторону поставить, но я не знаю. Либо мне нужно будет расширяться, видите, она огромная. Либо ее повернуть вот так сюда, поставить вот так теплицу в эту сторону. Убрать колья, чтобы они нам не мешали. Убрать колья, к примеру, чтобы они не мешали. Так. Поставить сюда теплицу, а рядом возле нее водокачку. И она как раз будет нам давать сюда водичку. Как вы думаете? Ну, до этого еще рановастенько. До этого разновастенько. То есть мы сюда ставим теплицу. Единственное плохо, что здесь нельзя выравнивать, к примеру, почву. Ну, то есть... Я хочу ее ниже сделать, я не могу. Нужно будет убрать колья. Вообще, поразбирать их, наверное. Реально бесполезная штука. Поставить сюда теплицу. Рядом возле нее поставить водокачку. У нас как раз и проход здесь будет. Отсюда будем брать масло. А здесь у нас будут с вами стоять солнечные панели. Так, что у нас по поводу еды? Воды пока здесь нормально. А, да. Я хотел поставить жарить мясо. Так, давай сюда. Давай сюда. И давай сюда. Вот, дровички как раз нам пригодятся. Во-во-во-во-во-во-во. Так, дай дрова. Что у нас по поводу водички вообще, в принципе, нужно нам пить или не нужно? Так, чистая вода 14, да? Давайте попьем. Ой, как вкусно. Заберем это и... И что я хотел? А, да, я хотел солнечные панели и аккумуляторы. Так, давай пока мы сложим. А рядышком здесь я хочу поставить хлев. Не знаю, может в этой стороне хлев поставлю. Может в той. И нам нужно будет с вами построить в какой-то серии, я не знаю когда. Здание НИПов. То есть ящик для НИПов, он маленький, хорошо.
Где у нас здание? Дом Нипа. Ух ты, какой домик Нипа. А чё ты такой большой и почему ты не хочешь ставиться? Что тебе нужно? Почему ты не хочешь ставиться? Или ты здесь не ставишься, ты ставишься на уличке. Угу. Так, построить дом Нипа. Колесо мыши повернуть. Икс колесика. Так, почему ты не хочешь строиться? Почему? Ага, у меня тут мотоциклы гоняют. Так, почему дом Нипа не хочет настроиться? Тихо. А здесь тоже нет. Почему? Что случилось? Или мне перед тем, как их строить, нужно будет... Угу. Ящик для... Так, доска, бревно, доски, гвоздь, глина. Глина 50, но глина не проблема. И ратуша. Да не, ратуша необходима для существования дружественных нипов. И ратуша не хочет ставиться. Прикольненько. Может, я чего-то не понимаю? Может, выше, ниже, ниже, выше, не. Или им... А, может, им фундамент нужен, как вы думаете? Может, она не хочет строиться за то, что им нужен фундамент, а это просто... Просто основа. Но с этим мы тоже с вами разберемся. Ладно. Нужно до начала зимы, до начала холодов, как говорится, начать что-то делать. Потому что мы с вами замерзнем. Нужно будет, наверное, закрыть потом этот второй этаж каким-то образом. Либо поставить те стеночки и поставить дверку, чтобы мы с вами не... Что такое? Что это такое? Что это такое? Добавить материалы. Ага, это водокачка наша. Че это, какие у маслокачка, понял? Понял, понял, понял. Так, давайте смотреть. Наверное, солнечную батарейку первую мы с вами оставим. Электричество, вот. Так, алюминиевый слиток, 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 железный слиток, кобальтовый слиток. У меня вроде это все есть. Давайте смотреть. Давайте, наверное, солнечную панель мы с вами не будем экономить, да? На солнечной панели на месте. Вот так его. Вот одну сюда поставим. Пока месть. Вторую, наверное, мы строить будем, не будем. Хватит ли материалов? Наверное, все-таки нет. Предлагаю начинать с чего-то малого, так сказать. Так, и нам нужен аккумулятор. Если у нас вдоль тут будут солнечные панели, к примеру, а здесь у меня будет аккумулятор. Ну, единственная проблема, то, что у меня провода мало. Я мог бы, конечно, растянуть, но ладно. Давайте, наверное, аккумулятор мы с вами поставим вот сюда. Все, отлично. И давайте смотреть, что мне нужно. Свинец, алюминий, медь, электрические детали. Электрические детали нам сколько нужно? 5 штук. Есть ли у нас тут электрические детали? Так, механические детали, механические. О, электрические детали есть, хорошо. Там что-то медь, свинец, да? Так, медь, давайте так возьмем. Свинец, это свинец. Это алюминий, алюминий, свинец. Давайте возьмем всего по чуть-чуть. Ага, мне больше не влазит, понял. Возьмем всего по чуть-чуть и будем так медленно-медленно с вами топать. Потому что у нас перевес. Нужно будет сделать как раз нам, не помню, говорил, не говорил, вешалку для одежды, для зимней. И нужно будет сделать большой рюкзак. Да намного чего нужно будет сделать. Единственное, не понять, почему не могу построить для нипов наших, этот, как его, домик. Странно. Но помимо этого еще нужна стрела усыпляющая. Построить хлев и выращивать в хлеву курочек. По-моему, можно только здесь курочку выращивать. Блин, нравится мне это место. Не зря я сюда приехал. Огромное. Я думаю, нам этого участка с вами как раз за по глаза, чтобы здесь нормально жить можно было. Так, давайте начнем с батареи. Батареи, батареи. И давайте начнем с тебя. Что в тебя нужно еще? Так, свинец.
Алюминий, медь, свинец, алюминий, медь. Так, ага, запрыгнуть ты не хочешь. По-моему, у нас там мясо приготовилось, да? По-моему, у нас мясо приготовилось, это хорошо. Давай сюда, давай сюда. Будем кушать, да, будем. Так, скушать, скушать, скушать. Хорошо. Давай тебя сюда. И попьем водички. Ой, вкусно. Так. Давай, берем. Мы же берем с вами? Да, берем, 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 берем. Что там мы с вами набрали? Так, кто в курсе? Вот видите, у меня справа ХП 97. И плюс сердечко полукрасненьким таким на 25%. Оно мне не исчезает, даже когда я большую аптечку ем. Оно меня не исчезает. Как мне... Да-да-да, как мне исправить это все? У меня было 100%. Может, и из одежды? Может, нам нужна одежда, и тогда у меня будет сотка. Надо будет как раз проверить. Вот я не знаю, стоит ли мне строить себе другой какой-то домик, либо этот облагораживать. Но здесь есть возможность построить стеклянный дом. Ну, сами понимаете, это все, конечно, красиво, но будет как в этом, как его, как в сауне, в стеклянном домике. Нужно будет насчет этого подумать. Стоит его вообще, в принципе, делать, либо не стоит. Так, что мне нужно, что я не добавил? Алюминиевый слиток. Один из четырех. Хорошо, сюда я могу добавить что-то. Все, что-то мы добавили, да? Алюминиевый слиток. Три штуки алюминий слиток. Медный слиток. Угу. Окей. Не факт, конечно, что у меня... Так, давай-ка посмотрим. Что у меня тут лишнее выложим. Так, алюминиевый слиток, да? Правильно? Ты ж... Нет, это медный. Медный, свинцовый, железо, слиток, медь, алюминий. Вот, алюминий, слиток и медный. Вроде все, вроде правильно. Можно было, конечно, взять сюда все ящички, но ладно уже. Все, есть. Хорошо, так, медный слиток, алюминиевый слиток. Железный слиток и кобальт. Нет, кобальт не надо, да? Алюминька, медь, железо, да? Алюминька, медь, железо. Так, железо дай сюда раз. Медь, я не помню сколько. И алюминька тоже не помню. Давай так наберем. Блин, главное, чтобы мне хватило на вот это вот все, на постройку, чтобы мне не пришлось делать, как говорится, часть из двух частей, эту серию из двух частей делать. Так, только единственное теперь, что я не знаю, как мне потом подключить тебя к этому, как его, к проводу, если тут такая штука. Так, давай смотреть. Давай смотреть, что тут тебе нужно. Угу, винты 20, по-моему, винты у меня с вами есть, ребят. Если не ошибаюсь, винты у меня с вами были. Чего-чего, вот винтов у меня реально куча. 20 есть. Давай добавим сюда. И так, все, да, винты еще нужны. Еще нужны винты. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Ну, к примеру, построить теплицу. Я думаю, что без воды теплицу строить нету смысла, потому что реально не хочу я бегать каждый раз с ведерком, заполнять это все. Так, винты можно выложить. Они нам пока не нужны. В принципе, как электрические детали, да? Давайте, наверное, мы их пока сложим на место. Электрические наши детали. Так, где они были? Вроде здесь. Так, давай на место. Так, и жир, да? Вот жир мы сюда ложим. Так, давай смотреть. Так, стальные слитки, 4 штучки. Раз, два, три, четыре. Хорошо, пожалуйста, пусть мне хватит всего. Алюминиевый слиток 15. Ага, алюминиевый слиток 15. Мне не хватит. Мне придется ставить сейчас
Запись на паузу. Бежать в нашу нору и ждать, пока у меня алюминька наплавится. Правильно? Так, давай посмотрим, что мы там добываем. Как раз сейчас и поставим алюминька. Жалко, жалко, конечно, ну ладно. Я думал, я подготовился. Так, алюминька. Мы добываем кобальт. Нет, нам нужна только алюминька. Все. Давайте добавим сюда еще немножко горючего. Кобальт пусть побудет. Я думаю, в принципе, он нам пока мест не нужен. Идемте смотреть. Может, у нас получится собрать это как его. Сейчас распределение в коробку это все. И у нас пока мест будет копиться электричество. Это механический деталь 6 штучек. Чего-чего, но этого добра у меня валом. Вот, как раз 8 штучек удалось нафармить. Катаясь по городам заброшенным. Так, где ты был? Ты был вот тут. Ты был вот тут, ты был вот тут. Теперь давайте смотреть. Мне нужен провод, во-первых. Если носит еще провод здесь, по-моему, здесь нету. И хватит ли мне 24 провода? Я не помню, есть ли у меня в байке провода. Сейчас мы посмотрим. Так, вот мой байк стоит. Ага, нет, у меня здесь свинцовая руда. Хорошо. Почему он у меня стоит за воротами? Потому что у меня ворот до этого не было. Не хотел, получается, тратить материалы. По-моему, сюда свинец нужно было или медь, я не помню. И приходилось просто перепрыгивать через забор. Так. Что тебе нужно? Тебе нужно алюминиевый слиток. 4 штучки, да. Правильно, правильно. Сюда алюминька тоже нужна. Железо. А сюда? Так, медный, железный, кобальт. Нет, вроде не нужно. Так, железный слиток 4. Сюда железный слиток 2. Раз, два, три, 4, 5, 6. Хорошо. Давай сюда. Отлично. Что еще нужно? Медь есть, кобальт 2 штуки. Раз, два. Раз, два. Все, отлично. Здесь мне что нужно? Медь 1 и кобальт 2. Медь. Медь 1 и кобальт 2. Так, подключено, подключено. Распределитель. Хорошо. Теперь мне нужен... Теперь мне нужен... А что мне нужен? Мне нужен молоточек какой-то, да? Правильно я понимаю? Или что? Как мне это все к тебе подключать? Есть ли тут молоток? Либо нету здесь молотка. А как мне подключать провода? Ну, по идее же должен быть молоток. Правильно я понимаю? Так. Давай смотреть. Как мне тебя... Как мне тебя подключить? Так, давай смотреть. Факел, удочка. Удочка, железная кирка. Блин, большой рюкзак. Нужно будет большой... Шкура крокодила. 4 штуки. Веревка. Где мне крокодила взять? Угу. Самое интересное, то что... Я не знаю, как мне подключить проводку. Доска. Пилка, дрова. Так, давайте не мокнуть. Давайте не мокнуть. Давайте зайдем в дом. Давайте зайдем в дом. И давайте смотреть, как мне сделать себе молоточек. Как мне сделать молоточек? Или никак не сделать? Так, 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 что это такое? Ага, это то, что мы с вами понаходили. Я понял. Здесь технологии, наковальня. Это наш человек. Это наш человек. Хорошо. А где находится... Блин, здесь нету. Но явно ж не каменным молотком, правильно?
Молот, инструмент. Так, каменный молот. Можно изготовить вручную. Палка 1, камушек 1, веревка 1. Палка 1, камушек 1, веревка 1. Так. Палка, камушек, веревка. Где наша веревка? По-моему, где-то у нас была с вами веревки. Пару штучек. Так, нет, нет, вот есть. Так, ага, разделить не могу. Хорошо. Разделить, отлично. Все, супер. Давай смотреть. Давай, давай, давай смотреть. Палка, веревка, камушек изготовить. Нет свободного места. А у нас нет свободного места. И что мы выкинем? Давайте пока мы выкинем с вами копье. Вот, я еще говорил, что мне нужно сделать оружейный, как его, слот для оружия, штуку. Чтобы мы хранили там оружие, чтобы оно, получается, у нас с вами никуда не падало. И что, ладно, и как тебя тянуть? Как мне тебя тянуть? Так, удалить. Удалить, удалить. Нет, не удалить. Мне нужно... Что? Что мне нужно нажать? Что мне нужно тут нажать? Почему ты не работаешь? Так. Как? Что? Куда? Куда? Как? Где? Кого? Так, используя панель управления, передвинуть. Нет, использовать, передвинуть это понятно. Но как мне... Как мне тянуть? Как мне тянуть вот это вот провод? Можно изготовить на улучшенном верстаке. Это понятненько, что можно его улучшить, но... Как мне тебя разделить? Так, а кто мне подскажет, как мне это все сделать? Никто, да? Ага. Прикольненько, прикольненько. Или каменный молоток не подходит для этого дела. Каменный молот. Или это совсем не то. Или это совсем не то, что мне нужно. Факел. Лук. Угу. Это сейчас будет, наверное, как с огнем, да? Я тогда я мучился. Как с огнем, наверное, я тогда мучился. Выключить. Так, что мне нужно? Мне нужно подключить это все. Мне нужно подключить это все кабелем. Как это сделать? Блин, ну я так разломаю только. Так реально это все разломаю. Угу. И что? И что? Поднять провод, поднять провод. Блин, оно нужно как-то подключаться. Алло, игра, пожалуйста. Дай мне знак. Дай мне знак, как тебя сделать. Что, вообще никак, не? Вообще не хочешь никак взаимодействовать со мной? Вообще никак не хочет со мной взаимодействовать. Интересненько, интересненько. Ладно, тогда я сейчас нажму на паузу, посмотрю, как это все делается. Как раз нужно будет 4, по-моему, слитка, если не ошибаюсь. Как раз подожду, пока у нас с вами будет 4 слитка, чтобы мы это все закончили. И продолжим. Сколько у нас с вами есть? Угу, а не сколько. Ну, то есть придется подождать сколько? 9 минут, да? Или сколько оно добывает? Сейчас как раз посмотрим, через сколько я подключусь, так сказать. По-моему, каждые 9 минут добывается один слиток. То есть скоро. Скоро, как говорится, с вами услышимся. Все, ребят, не прощаюсь. Буквально через пару секунд продолжим. Так, ребят, разобрался я, как нужно вешать провод с помощью, получается, нет ты.
Где-то. С помощью вот этого вот молоточка. Только единственное, я так и не понял, если честно, то сюда, походу, нам провода не нужны. Оно его заряжает просто так, потому что вот сюда, к примеру, проводка-то тянется. Вот когда ты нажимаешь, проводку я могу тянуть, куда я хочу. А вот к этим, как его, к аккумулятору, оно не хочет подключаться. Ну, то есть солнечной панели и наши батарейки. Так, мощность 1000. У нас уже 1000 есть или как? Вот это единственное, что я так и не понимаю, нужно ли подключать, либо не нужно. Ну ладно, давайте, наверное, сейчас мы... Так, распределили коробку. Хорошо, сейчас мы дождемся. У меня там осталось, по-моему, 3 минутки до окончания нужного нам слитка 4-го. Пока мы поставим плавиться. Так, сюда железную руду, сюда. Так, алюминий, алюминий. Как раз там еще один алюминий нам через 3 минутки будет готов. Так, давай сюда. И вот одно место у нас останется под алюминий. Что мне нужно? Мне нужно дрова. Так, давайте наберем дров. Давайте наберем дров. И пока мисс они здесь плавятся, потихоньку. Блин, за что я обожаю эту игру? Именно за дождя. За вот этого вот. Из-за звуков дождя. Так, подключили, подключили. А сюда не хватило, да? Да, давайте добавим. И как раз бегаем, потом заберем слиток. Закочим нашу штуку для добывания масла. И посмотрим, может в этой серии еще и построим, это как его, теплицу. Не уверен, конечно, что мне хватит ресурсов, но посмотрим. Построим теплицу, и мне нужно будет заняться без записи, наверное, фармов ресурсов. Построить себе для инструментов хранилище, чтобы я мог складывать. Нужно будет накопить себе на хлев. И нужно будет... Вот видите, камушек разбил, да? Не знаю, показывал, не показывал. И вот у меня железо есть, свинец. Но свинца у меня там много. Нужно будет накопить себе... Так, 13 секунд. Ресов на хлев. Что я еще хотел? Объекты. Вот, теплица на водокачку под гараж. Так, дистиллятор масла. Это, походу... Так, для селекции нужно 5 банок с маслом. Потом хлев нужно будет построить. И камень-дробилка и мешалка. Нет. Потом кирпичный горн. Здание для нипов. Что-то там по мебели пройтись. Ну и дальше развивать наше с вами поселение. Потому что вот есть... Потому что, к примеру, за одну серию, но ну, я не могу там все и сразу сделать, так как фармится это все очень долго и очень нудно. Так, что это? Птичка где-то была? Алло? Ладно, мы сделаем потом лук и будем охотиться на птичек. Фармится очень долго, а записывается, как обычно, очень быстро. И я чисто физически не успеваю это все делать. Я мог бы, конечно, записать на 14 тысяч часов, как я просто фармлю. Так, давайте сюда добавим. Но я думаю, вам реально будет неинтересно на это смотреть, правильно? Вот и приходится немножко подфармить, немножко записать. Немножко подфармить, немножко записать. Так, давай в тебя добавим. И мне нужен будет последний слиток. Сейчас, через минутку он будет готов. Сюда, наверное, все-таки поставлю себе. Так, давайте мы эти колья, может, отсюда поубирать. Да, давайте, наверное, их поубираем. Не знаю, пока разламывать не буду. Посмотрим. Пока просто поубираю эти колья. Они здесь реально, ну, в принципе, не нужны. Они не выполняют свою задачу. Хотя это может только и у меня. А у остальных работает, не знаю. Так, давай уберем сюда тебя. Это сюда, давай вот так. Можно было, конечно, разломать, они недорого стоят, но думаю, мы их применим в чем-то другом.
Мальчица для декора будем использовать. Так, и сюда мы потом поставим с вами тепличку нашу, чтобы недалеко это все было. Чтобы мы недалеко с вами бегали. Так, все, по идее, у нас теперь готов слиток, да? Да, отлично. Бум. Название. Не, название мы пока мест писать не будем. Оно нам пока мест не надо принять. Давайте берем в руки с вами молоточек. Молоточек, я сказал. Дай, дай молоточек, пожалуйста. Аля, игра. О. Ё-моё, я испугался. Вот про что я говорю, смотри. Он сейчас будет возле Коли, я просто... А нет, на этого Коля сработали. На всех остальных оно не работает. Ля-ля-ля-ля-ля, какие вы. Как у вас это все синхронно получается. Так, а у меня есть... У меня есть... Нет, у меня нет. Каменный топор, каменная кирка. Хорошо. Мне нужно копье сделать. Так, давайте каменную кирку. Фу, блин, я испугался. Какой же громкий тут звук. Так, раз, два, три. Раз. Давайте смотреть. Сейчас копьем быстро их разберем. Разберем. Короче, не на всех. У меня зомби срабатывает. Эти какие копья эти. Жаловался и от штук это зомби отъехало. Ну, что есть, то есть. Я же говорю, что они всегда не сработают. Так, изготовить каменное копье. Идемте с ними разберемся. Так, где вы, ребятки? Слышь, а что за бред? Почему вы? Почему вы отъехали? Не поверите, вот раньше они не отъезжали. Вот реально раньше они не отъезжали от этих кольев. Почему сейчас они отъехали? Вот это вот странновастенько. Блин, какой же стрёмный громкий звук. Ладно, беру свои слова обратно. Кольи мы сюда вернем, но это будет потом. Все, отлично. Ну... Говорится, маем еще маем, он реально мне не помогало. Ладно, берем в руки молоточек. Давайте попробуем подключить тебя отсюда и вот сюда. Все, правильно же подключили. Давай смотреть. Следующей добыче 0 секунд. Ага. И что тебе нужно? Тебя нужно просто включить, правильно я понимаю? Во, 3 минутки пошло. И что мы будем добывать? Мы будем добывать с вами, по идее, я надеюсь, вот это вот, банка с маслом или нет, или мы будем просто масло добывать. Так, крыша ж тебе не мешает, я надеюсь. Ладно, подождем 3 минутки, а пока мы с вами давайте попробуем разместить где-то наш так. Да-да-да, ворота надо позакрывать. Где-то разместить наш с вами, это как его... Будущий огородик, теплицу. Нашу теплицу. Вот я думаю, куда бы ее поставить. Как бы она красиво так бы она с вами смотрелась и никому мешала. Я, конечно, хотел сюда гараж поставить для нашего байка, но гараж сильно здоровый, он сюда не влазит. Как думаете, будет тут теплица смотреться или нет? Блин, она прямо аж в воздухе летит, да? Наверное, она здесь смотреться не будет. Можешь ее в эту сторону поставить. Или сюда возле забора. Или сюда возле забора. Но она как-то не смотрится. Да, здесь горка. Здесь, в принципе, я думаю, тебе не место. Тогда давайте смотреть, где мы поставим. Где мы это сделаем? Может, тут где-то? Может, здесь и поставим тебя? Только придется. Так, давайте, наверное, Коля, я все-таки поразбираю. Я потом понаделаю. Так, подтвердить, да. Потому что сейчас передвигать это все. У меня нет на это желания. Все, потом просто новые поставим. В принципе, они недорого стоят для строительства. Так, подтвердить. И давай тебя тоже подтвердить. Может, как раз в ряд мы штучек... 10-20 туда и поставим. Так. Ой, не-не-не-не. Отмена. От тебя я хочу передвинуть. Тебя давай тогда мы его вот сюда ставим. Станешь сюда? Или не станешь? Станешь.
Отлично. Раз. Тебя отсюда мы забираем. Так, забираем, я сказал, ставим 2. И отсюда мы тебя забираем. Та гребаная карта. Ставим вот сюда 3. Все, потом тоже это вопрос решим. Давайте смотреть. Где наша теплица? Вот наша теплица. Наш дверь, наш вход. Так, где наш заборчик? Вот где заборчик. Давайте, наверное, отступим вот одну штуку вот сюда. Только, блин, знаете, что в чем проблема? Мне сюда придется до водокачки тянуть провод. Бум, есть. Мне до водокачки, когда я сюда ее поставлю, мне придется сюда тянуть провод. Мне тут два варианта. Либо здесь устанавливать тоже еще одну батарею вместе с аккумулятором. Либо я не знаю. Так, где наша водокачка? Водокачка наша вот тут. То есть, с какой стороны бы тебе поставить? Блин, это все неровно так. И вот эти вот пространства, вот это вот меня немножко напрягает, если честно. Не скажу, что я прям такой перфекционист. Хочется, чтобы это все было как-то красиво. Так, водокачку мы давайте, наверное, в упор сюда поставим. Во. Вот, к примеру, здесь будет стоять водокачка, а сюда мы можем с вами поставить фундамент и влепить, к примеру, ветряк один. Он как раз будет нашу водокачку поддерживать. И мы с вами сможем поставить как раз сюда ветряк, батарейку и подключить распределитель, как раз кинуть на пол, правильно? Мне для этого что нужно будет? Мне нужен будет фундамент сюда. Сюда влепить, потом сюда просто фундамент так. Вот так, дай. Дай. Да, примерно как-то... Как-то так. Ты ж мешать никому не будешь, я надеюсь. Ты ж не заходишь в нашу теплицу? Вроде бы нет. Вроде как раз отлично. Хотя все равно место мне это не нравится. Потому что здесь забор кривой идет, а не прямой. Ну ладно, ладно. Сделали и сделали. Пусть так будет. Если не понравится, я потом могу просто передвинуть забор, заняться этой всем и передвинуть нашу теплицу. Правильно? Правильно. О, банком с маслом. Смотри. Бум. Шикарно. Я думаю, шикарно. Все. У нас теперь с вами есть баночка с маслом. Мы сможем с вами заправлять нашу, во-первых, эту штуку, чтобы мы смогли добывать с вами доски. Сможем заправлять как раз наши... Наши эти, как его, экстракторы, экструдеры. Короче, штуки, которые добывают нам с вами металлы. Экстрактор, да, минералов. Вот как раз тебя мы давай сейчас и заполним. Вот. Как говорится, кушай, зайчик, вот по полной. Все. Пусть добывает. Мы сюда потом тоже добавим доски, гвозди, железный слиток 18. Блин, вот с железным слитком, конечно, придется долго мне побегать. Потому что приходится вручную туда бывать. Но я думаю, ничего страшного, разберусь. Лишние пару часов потрачу на это все. И у нас будет как раз все шикарно. Так, давай смотреть по поводу теплицы. Что тебе нужно и не стоишь ли ты сильно высоко над землей? По-моему, стоишь сильно высоко над землей, да? Либо меня глючит вот это вот пространство. Или не, или нормально. О, тепличка. Так, ладно. А если мы... Хотя передвинуть не можем, да? Или можем? Так. МНН. Понял, ладно. Подтвердить. Давайте делать все красиво. Где ты? Вот ты. Давайте, как говорится, делать все красиво, ребят.
чтобы было все идеальненько. Так, а если зажать и ниже тебя? Ага, ниже ты меня не крутишься, да? Да, ниже она меня не крутится. Я не могу как фундамент туда-сюда, вверх-вниз ее. Ну, не могу и не могу. Надеюсь, что этот косяк, так скажем, оно исправится, когда мы будем заполнять. Так, сильно далеко, да, тебя отодвинул? Ладно, передвину. Что мне нужно? Мне нужен гвоздь 60. Доска 60, гвоздь 60. Давайте смотреть по поводу гвоздей. Так, раз, два, три. Ага, не могу, да, больше взять ничего. Ладно. Давай добавим тебя сюда. Давай добавим тебя сюда. Стрела. Стрела мне пригодится, конечно, но не сейчас. Так, сколько у меня? 2, 3, 4, 5, 6. Слитков. Давай еще один железный ставимся. И давай смотреть. Гвоздики. Так, 10, 20, 30. Как раз 60 штучек нам будет отлично. И нужно будет потом печку еще поставить. Не такие вот эти вот по две штуки, а огромную. Куда-то ее замостить. Так. 60. Блин, я сейчас клавиатуру сломаю, добавляю это все. Отлично. Не знаю, хватит ли мне бревен. Хватит ли мне досок. Ну, по идее, должно хватить. И медный слиток. Блин, а медный слиток? У меня есть медь вообще? А у меня меди раз, два, три, четыре. Угу. А нам 8 надо, да? Да, а у нас там делается медь или нет? Добывается ли у нас там медь? Давайте смотреть. Так, алюминиевый. Нет, мне нужна медь. Мне нужна теперь медь, ребят. Медь будет через сколько? Через 40 минут, потому что 10 минут добывается. О. Прикольненько, прикольненько. Ладно, давайте, как говорится, займемся пока с чем-то другим. Пока оно там добывается. Ну, явно я 40 минут не буду записывать, как я жду наши слитки. Так, хорошо, давайте добавлять. Вот прикольная игрушка, но в некоторых моментах вот это вот... Блин. Вот этой правой кнопкой мыши возьми, левой туда положи. Все сразу нельзя использовать. Так, и стекло 30 штук. А вот по поводу стекла я не знаю, есть ли у меня... Так, бревно 12, доска 25. По поводу стекла я не знаю, есть ли у меня столько стекла. Если у меня столько стекла... 60, ага. Одной штучки не хватило. Значит, у нас сюда влазит примерно 60 штучек. Прикольненько. Так... А что тебе нужно? А тебе нужна доска 25 и бревно 12. Так, ну вроде с этого добра у нас явно хватает. Как раз посмотрим, как ты выглядишь. Так, 3. 6. И еще 2 ходочки, и будет хорошо. Да, наверное, в этой серии не получится достроить полностью и теплицу. И все, 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 все. Водичку попить надо, да? А у нас по нулям. Понял. Давай смотреть, есть ли тут водичка. Чистая вода. 60 осталось. Хорошо. Есть, отлично. Так. Не получится на все это закончить. Ну, я думаю, ничего страшного. В следующих сериях мы обязательно с вами это все сделаем. Так. Теперь мы можем пользоваться всем этим электрическим. Из-за того, что мы добываем с вами... Масло, которое оно как раз и использует. А у нас закончилось с вами электричество, правильно понял или нет? А почему ты выключаешься? Так, распределительная коробка. Почему ты выключаешься?
чем прикол? Или ты по ночам выключаешься из-за того, что у тебя не хватает мощности? Блин, нужно будет, наверное, поставить туда ветряков. Вот сюда наставить солнечных панелей. Вот полностью вот так ветряков, наверное. И побольше аккумуляторов. В этой, да, наверное, я вот так выставлю в ряд аккумуляторы. Хотя зачем мне так много? Мне, в принципе, сколько это потребляет? Сотку? А сколько ватт выдает наш солнечный панель? Наша солнечная панель сколько ватт выдает? Так, используется сотка, да, генерируется... А, генерируется 40, используется сотка. Так, мощность 1000, накопительное количество 246. Да, нужно будет еще пару солнечных панелей поставить. 3 штуки как раз, чтобы оно его генерировало. Ну, либо пару ветряков. Ветряки, по-моему, тоже, да, по 40 выдают. Если я не ошибаюсь. Так, что у нас тут? 12, 20, 25. А, 5 штучек. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Так, алюминиевый слиток 10. Электрические детали 8. Электрические детали. Что у нас по электрическим деталям? Механические. Электрические. У меня 5 штучек всего. Они, по-моему, делаются из пластика и алюминьки, да? Ну да. Ну да, ну да, ну да. Это, конечно, все прикольно. Нужно, да, мне нужно будет заняться позже фармом всего этого, понаделывать. Забить, как говорится, свой склад. Нужно первоначально, наверное, сделать этот какую-то добычу материалов. Потратить туда слитки, добычу материалов. Потом приготовиться к зиме, достроить теплицу. Медные слитки и стекло, наделать стекло. Стекло у нас делается, по-моему, из песка, если не ошибаюсь, да? Давайте посмотрим. Стекло, стекло, стекло. Так. Влажный кирпич. Где наше стекло? Где наше стекло? Ты где? Ты где, ты где, ты где? И могу ли я его делать? Ну, по-любому из песка ж ты делаешься. Так, уголь, доска, цемент, кирпич, шкура, сухой кирпич. Вот стекло, да? Так, расплавьте в горне 10 единиц песка, чтобы получить стекло. 10 единиц песка. 10 единиц песка. По-моему, один камушек. У нас это 10 единиц песка, если я не ошибаюсь. Нет, мне нужно... А где ты делаешься? Где-то делаешься. Я не помню, как... Блин, ладно, давайте возьмем пару камней. Давайте возьмем пару камушков. По-моему, из двух камушков, да, получается 10 песка? Да. Бомс, 10 песка, это получается у нас... Получается стекло. Да, пошло стекло делаться. Шикарно. А сколько нам надо стекла вообще? Стекла нам нужно много. Стекла нужно 30. Ну, в принципе, терпимо. 30 штучек. Так, но самое главное, я доволен, то, что мы сейчас добываем с вами масло. Только почему оно не хочет идти? Почему? В чем прикол? В чем прикол? Почему ты не хочешь идти? Это, наверное, все из-за энергии. Да, нужно будет с вами... Так, 11, 10, 9, 2. Накопленное электричество. Давайте посмотрим. Оно, походу, сейчас отключится. А ну? 2, 0, бум. Да, это все из-за электричества. Так, электрическая турбина 40. Ветер мельчас 25. Короче, нужно сейчас будет наставить с вами... Турбин, по-любому. А потратить остатки банок с маслом, 8 штучек на добычу как раз ресурсов, наставить сюда турбин. Куда-то сюда турбин нужно будет наставить, сейчас разметить, не забыть. И
И что мне нужно? Свинцовый слиток 5, кобальт нормально, алюминий, железо. Вот алюминьки много, да? Вот алюминьки ты много потребляешь. Так. Куда тебя ставить? Куда тебя ставить? Куда-то вот сюда, да? Правильно я понимаю? Тоже хочу, чтобы было все красиво. Или куда-то с этой стороны, я даже не знаю. Зависит ли длина, ну, то есть расстояние до аккумулятора, будет ли оно вообще генерировать, либо не будет его. Так, раз, это 40, 80, где-то вот так. Чтобы у нас лишнее как раз оставалось. Плюс-минус вот так нужно будет сделать, наверное, и плюс... Так, электричество и плюс еще солнечную панель нужно будет сюда поставить. Говорится, не жлобиться на материалах. Так, можно как-то сделать это все, чтобы оно ровно было. И вот так вот. Да, нужно будет этим всем заняться. Сделать три штуки плюс эти две. И оно как раз будет накапливаться нормально, излишек. У нас как раз на косарик идет с вами батарейка. Так что... Так что, да. Хорошо. Ладно, ребят. В принципе, я думаю, на этом серии все. Я не спешу, как говорится, с развитием нашего с вами поселка. Буду потихонечку, помаленечку, когда будет получаться, записывать по одной серии. И посмотрим, как говорится, что из этого получится. Я хочу сюда еще добавить ботов наших. Только почему-то они не хотят наши боты... Наши боты сюда куда-то ставятся. Может, им реально нужна этакий фундамент? Хотя навряд ли. Хотя навряд ли. Так, в чем прикол? В чем прикол? Почему вы не хотите? Может, или вам сначала нужно ящик поставить? Вот это вот. Ящик нипов для хранения. Ящик для нипов. Давай смотреть. Так, ящик для нипов. Не, все равно, вот видите, что-то мне не дает. Почему-то оно мне не дает это делать. Почему? Я даже без понятия. Нужно будет с этим потом тоже всем разбираться. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. И до потом. В следующей серии я уже накоплю себе достаточное количество, я думаю, крицоматериалов. И песка, и стекла. Мы с вами достроим теплицу, подключим. Ну, по идее, должны будем подключить с вами водокачку. Нужно здесь будет посмотреть, еще здесь достроить. Вот тут на этом месте поставить солнечную панельку. Ну, либо ветрогенератор сюда влупить. Ну, то есть, чтобы хотя бы водокачка у нас иногда с вами работала. Я помню, можно будет включать и выключать. Ну, то есть, посмотрели, что вода закончилась. Подошли, включили, выключили и... И все. Полностью здесь забьем все ящиками. Не оставим, крыться ни одного свободного места. Этот кустик меня напрягает здесь, но я надеюсь, что он исчезнет, когда мы построимся здесь. Так что да. Так что все. Всем до потом и пока-пока, ребята.